викторина «Страна легенд» возвращается на экраны. Будет еще интереснее, чем раньше. Новые правила изменят ход интеллектуальной битвы. Команда против команды теперь будет так. Для всех 8 вопросов от господина ведущего. Мы сделаем так, чтобы было интересно всем. Уже надоело в онлайн-формате играть. И финалы «Страны легенд» показали, что когда команда с глазу на глаз, это наиболее жарко и интересно смотрится. Поэтому теперь будет только так. Теперь команды между собой, рядом ведущие, никого, кто может там помочь и подсказать. В общем, такая атмосфера накала, когда они с глазу на глаз, когда они нервничают. Еще больше спорта, я бы сказал так. Первый этап без вылетов. Командам важно набрать больше очков. За победу в туре команды будут получать 3 очка, за ничью – 1. Я соскучился немножко уже по этой передаче. Я всегда говорил, что для меня это больше так развлечение. 1% той работы, которая связана исключительно с положительными эмоциями, поэтому хочу получать удовольствие от того, что там будет происходить. Хочу интриги, и чтобы все те, кто там с нами взаимодействует, все команды тоже получали удовольствие. А в эту субботу последний выпуск «Страны легенд. Сезон разгадок». Для самых внимательных зрителей призы. В каждом эпизоде ведущий Александр Кожухарь обращал внимание на вещи, которые не совсем вписывались в сценарий. Всего таких вещей 10. Нужно найти все и прислать ответы на почту викторины или в Телеграм.